Что-то у нас 16.07, 19 июня. Сходил на Почту России. Фу. Вы не представляете, как оно воняет. Посылку мне доставить должны были в целости и сохранности, но... Почта России, увольняйте нахрен своих халтурщиков, которые не могут нормально грузить, разгружать. Это что за дичь вообще? Там половина стеклянной тары. Прислали акт. Акт я чуть позже приложу. Хотя, наверное, намонтирую на видосе, вы сейчас его у себя видите. Дополнительно дно упаковать. Черный пакет. Повреждение оболочки. Издает... Посылка издает течь собственного вложения. Фу, блин. Скорее надо распаковать, да утилизировать то, что не уцелело, то, что уцелело, будем использовать. Ну, я надеюсь, магазин, у которого я заказывал это, возместят мне хоть как-то. Ирония в том, что месяц назад мне тоже Почта России разбила одну из бутылок. Договорились с поставщиком, что они мне эту разбитую бутылку доложат. Видимо, это сироп, который мне должны, какой-то проклятый. В прошлый раз разбили, в этот раз... Но я еще не вскрывал, не знаю, разбили его или не его. Ну, посмотрим, сейчас максимально аккуратно будем вскрывать. Вспоминается, я Даркуша отправлял свои денди. Он мне еще говорил, что слишком... перестарался с упаковкой. Типа не надо было так аккуратно упаковывать. Ага, не надо, Даркуш, ты видишь, что они творят? А представь, денди бы так разбили. Расхреначили бы. А они могут. Раньше я отрицал это. Думал, что единичные какие-то случаи, что не показатель. Сейчас. Фу, бля, я сейчас блеванул. А вот забродившая. Ой, жесть. Ой, жесть. Просто жесть. А-а-а. Фу, бля. Фу, нахрен. Ну, смотрим, что там пришло целое. Так. Шоколадный сироп вроде бы целый. Или нет? Сейчас посмотрим. А, гадость. Нет, шоколад целый. Шоколадный сироп дошел в целости сохранности. Это радует. Хоть шоколадом сегодня с горя упьюсь. Так, мусорный пакет надо взять. Простой пакет сейчас. Сразу. Утилизировать то, что не дошло. Не порезаться бы еще всем этим, а то резанешь так себе по руке еще. Вся эта забродившая хрень еще в рану войдет. Так, ну вроде целая. Что это у нас тут? Горчично-медовый соус. О, нямка. Хе-хе, поужинаю сегодня хорошенько. Я не знаю, это вот, что за мания людьми движет халтурно работать? Вот, видят же, что груз, не знают, что там. Может, там хрусталь какой-нибудь дорогущий. Так, еще один шоколадный и тоже уцелевший. И это радует. Всратый анбоксинг получился. Надо же, еще одна бутылка целая. Если разбить. Я думал, что разбита будет, не знаю, половина посылки. Раз так все так текло, забродило аж. Ну смотри-ка, тофи. Тоже нормально дошел. Еще что у нас? Давай, вытащись. Ай! Ай! Все липкое, мерзкое! Еще воняет, блядь. Сука. За что со мной так, Почта России? За что вы так со мной? Ах. Еще один горчично-медовый соус. Я их обожаю, они просто вкусные. Сейчас смотрю на этом. На обилке он мне показывает, как камера отображает. Какой-то зеленый выглядит. Не, на самом деле он такой яичного цвета, цвета желтка. Так, давай быстрее. Распаковать и скорее все, что сгнило, выкинуть. Еще один тофи, тоже целый пришел. Бронированные бутылки, прям, особенно вот, как они тут гранированные местами. Прям вселяет уверенность. Но, увы, к сожалению, не все уцелевшие не приходят. А вот и стекло послышалось.
Это у нас сироп клубничный. Не знаю, как будто проклятие какое-то. Мне в прошлый раз клубничный сироп разбитый пришел. Видно будет, нет? И в этот раз тоже разбитый. Так его отложу отдельно, чтобы его дополнительно сфотать и отправить в службу поддержки. Фу, там все аж разбито. Там аж все вытекло, блин, из него. Видимо, разбили, перевернули. Да, гадость. Да, как же оно воняет. Как же оно воняет. Я комнату свою проветривать сейчас буду. Так, у Анека, смотри-ка. Один из клубничных сиропов. История такова. В прошлом месяце, когда мне один клубничный сироп был заказан, и Почта России доставила его разбитым. С техподдержки договорился, что мне доложат еще один клубничный сироп бесплатно. Вот именно это он и есть. А тот, который новый пришел, он разбился. Не везет на клубничные сиропы. Надо с запасом брать. О, так, пустую ячейку уберу. Это у нас шоколадный, отлично. Шоколад с лесным орехом. Что интересно, шоколадный, когда с орехом смешивается, мне что-то не очень себя чувствую, такую смеси от какой-нибудь там, не знаю, магазинных сладостей. Но вот эти мистер Зеро, которые, они просто великолепные по вкусу и по эффекту. Никакой вялости. Вообще все идеально. Это в клубничном сиропе, как в кровишке в какой-то. Так, это у нас шоколадно-ореховая паста. Она дошла в целости. И это радует. Так, на осколке стекла бы не напороться, блин. Арахис, кокос. Паста дошла нормально. Так, ну уже гораздо больше половины дошло в целости сохранности, что меня уже порадовало. То я, как оно здесь упаковано было, в этот черный пакет дополнительный и прочее, я думал, здесь половина посылки просто в минус будет. Ну нифига, повезло. Мерзко, мерзко. Фу, блин. Клубничный сироп, он не фу, но просто он выглядит как кровищами, поэтому мерзко это все. Так, еще один молочный шоколад, и тоже дошло в целости все, отлично. Так, здесь у нас уже... Так, я там все забрал? Да, все, из той ячейки вытащил. Какое склизкое, мерзкое. Фу, блин, вонючее еще. Гадость. Молочный шоколад тоже. Дошел в идеале. Но я думаю, ладно, не буду загадывать, тут сглажу еще. Хотел сказать, что только одна клубничка разбилась. Это у нас чипотле, чиптоле. Тоже дошел целый. Отлично. Отлично. То есть получается, да, все мои самые худшие опасения не подтвердились. Я думал, будет разбита половина посылки. Тут только клубничный сироп разбился. Тоффи джамбо. Вот это офигенно. Это сливочный крем со вкусом карамели. Бескалорийно. Жрешь, наслаждаешься и не жирнеешь. Так, ну все на этом. Почта России. Увольняйте халтурщиков. Особенно того, кто виноват в том, что посылки в таком виде в срадом приходят. Уважайте своих клиентов. Пожалуйста.